Привет, привет. Я остановилась около места, которое когда-то было кукурузным полем. Ну, есть машинки, но мало. О, вон, кстати, уже полетели вертолетики. Все, выхожу. Короче, вышло, они пролетели и улетели. Тучи, тучи, тучи. Вон они летают. Наверное, павлины. Видите, машины все туда едут. Ну, там сейчас мало места, где есть остановиться, так что... О. Туда-сюда, туда-сюда. Что-то я немножко подзамерзла. Привет, привет. Еще раз. Села в машину, потому что холодно. Прям ветер такой. Тучи нашли. Пока только вертолеты видела. Надо посмотреть расписание. Ну, машин много. Ну, собственно, место такое. Всем известное. Там, по-моему, в 2015-2016 году там был просто дикий аншлаг. Если я не поленюсь, я найду вам ссылочку, внизу в описании вставлю, сколько было народу вот в 2015 или 2016 год. Сейчас, конечно, ну, есть, но не то. Так, слегка. Но тут кукурузного поля-то уже нету. Раньше было кукурузное поле, и просто вдоль кукурузного поля собирались и машина на машине. В общем, встать было негде. Вертолетики пока летают. Надо посмотреть расписание там, когда будут истребители, которые, знаете, прям так смывают. Да. Я умею объяснять. Так, я тут пока немножко по округе прокатилась по делам. Не слышу, чтобы кто-то летал. Но машин что-то все мчат и мчат. 13, 14. Ждем истребителей. Где они? Непонятно. Приимчивые местные жители. Сейчас покажу вам, справа будет. Так сказать, бизнес. Справа будет бизнес. Нет, сейчас бабушка. Где бизнес? А, вон. Вот прямо впереди. Что-то там горячие блины. Я просто уже в эту сторону проезжала. Смотрите. Нарисовали вывеску. Домашние блины. Молодец. Бизнес делает. Но только никто пока не останавливается. Ну, может быть, на обратном пути. Так, сейчас я вот этого лыжника обгоню. О, лыжника, блин, велосипедиста. А, вот, когда было кукурузное поле, продавали горячую кукурузу. Ну, что, прям там ее брали. И... Тут, кстати, стоянка, видите, люди стоят, ждут, когда будут истребители. Вот тоже машины останавливаются. Надо сейчас, и сейчас я тоже остановлюсь, посмотрю. Посмотрю, что я посмотрю. Я посмотрю расписание. Потому что если они вот-вот будут, я, конечно, постою, подожду. Если нет, то нет. Истребители летают. 6 минут. Выглядит Макс из кукурузного поля. То есть вы стоите на обочине и смотрите все, что вам видно.
все, улетели. Вон они.
играет. Самолеты моя большая страсть. Так, надо срочно замуж за летчика.